Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами будем проводить тест-драйв. Это новая маска тканевая для лица с апельсином и овсом. Все очень просто, одна маска в одном пакетике, вот так вот аккуратненько вскрываем. Лицо я уже, кстати, очистила. Прежде чем носить любую маску, нужно сначала сделать очищение. Я использую такое средство, гель-тоник 2 в одном из серии Novage. Обалденная штука, мне очень нравится, вот я умылась, и ощущение очень приятное, то есть нет такой стянутости на коже, все комфортно. И вот на чистую кожу мы уже наносим маску. Ой, как тут все мокренько внутри, она вся пропитана, смотрите, с нее прям течет. Это очень хорошо, и там даже еще осталось вот этот раствор. Ох ты, как здорово! И нам ее нужно сейчас распаковать, так аккуратненько разворачиваю. Находим все дырочки, которые нам нужны, то есть глаза на глаза, губы на губы, ничего не путаем, вот, и нос на нос. Так, вот такая вот штука, ну, чтобы дышать, тут нос тоже весь раскрытый. И аккуратненько начинаем накладывать маску, так. Оп, оп, растягиваем в стороны. Лобик. Ой, какая она приятная, холодненькая. Носик, чтобы носик тоже был у нас молодой. Ротик. Сейчас я улыбку себе сделаю. Так вот. Ой, близко к глазу. Ой-ой-ой, вот так вот. У нее такая ткань приятная. Прям супер. Сюда хочется чуть-чуть. Ай-ай-ай. К ней нужно немножко приловчиться, как ее наносить правильно. Так, все разглаживаем. Даже если вот такие складочки появляются, ничего страшного. Вау! Приятный аромат от нее. И на 15-20 минут. Нужно эту масочку оставить и пока позаниматься с какими-то своими делами или полежать под приятную релаксирующую музыку. Все, прощаюсь с вами на 15 минут. Прошло 20 минут, и я решила себя побаловать как следует, посидела в маске. Вот все это время я чувствую, что она влажная, но не такая уже, как была в начале. Значит, эта пропитка, этот гель с натуральными экстрактами апельсина и овса впитался в мою кожу. Я хочу обратить ваше внимание, давайте сейчас маску сниму, аккуратненько снимаем, и также снизу вверх, как обычно, все маски и все движения делаю. А-а-а, как хорошо. И вот пока я буду болтать, я возьму себе вот такую же маску, сделаю на шею, потому что она еще достаточно мокренькая, и пусть напитает мне тоже зону шеи. Так, на грудь намажу. А, красота. Смотрите, все мокренькое. Личико такое розовенькое. Ну, естественно, что такой идет уход. А вообще, для чего нужна такая маска? Дело в том, что маска идет в каждой в отдельном пакетике, герметично закрытая. За счет этого можно натуральные компоненты лучше сохранять. А как мы знаем, что натуральные компоненты, они более активные и дают больше энергии коже и питания. И особенно рекомендуется такую маску использовать для девушек, женщин, у кого такая усталая кожа. Да, вот хочется ее расправить. Я вот, например, люблю такие маски делать. Перед выходом в свет, например, я иду куда-нибудь на мероприятие, я обязательно сделаю маску, чтобы кожа прям вау, да, вся засияла. Вот, поэтому я прям рекомендую такие маски использовать. Да, это не дешевое удовольствие. Если сравнивать, например, можно тюбик маски купить в пределах 200 рублей, а здесь один пакетик маски стоит, ну, по ценам каталога 129, кажется, 129. То есть, да, со скидкой где-то в районе 100 рублей. Да, не дешево, но и никто не говорил о том, что уход за кожей должен быть стоить копейки. Правильно? То есть, если мы хотим без операционного вмешательства, без инъекций сохранить молодость и красоту кожи, то нужно вкладывать более такие инновационные разработки, более высокого уровня, современные, те, которые нацелены на поддержание красоты и здоровья кожи без
всяких там стрессов. Да, нанесли маску, побалдели 20 минут, ну, 100 рублей удовольствия. Красота, на мой взгляд. Вот прям приятное ощущение. Похожу еще в масочке здесь. И что делать дальше? Вот сейчас здесь весь этот гель впитается. И можно будет сделать свой основной уход, закончить, то есть дневной крем нанести. Да, естественно, я вот эти остаточки сейчас смою, нанесу дневной крем и буду делать макияж, как обычно. Вам спасибо за внимание. Если видео полезное, с вас лайк. Подписывайтесь на канал. Нажмите внизу под видео на колокольчик, чтобы получать первое мое видео. И также подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что там, в IGTV, я выкладываю, ну, не каждый день, конечно, иногда ленюсь, об одном продукте. Такое подробное описание, зачастую с тестированием. И это очень нравится моим подписчикам. Получаю огромное количество отзывов, личку и вопросов. Поэтому вы тоже не теряйте времени, подписывайтесь на инстаграм. Все. Отличного дня. До новых встреч. Пока-пока. GoPro, стоп-видео.